Славянск снова под обстрелом. Сегодня утром силовики открыли огонь из минометов, так сообщили наши корреспонденты. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента Евгения Поддубного. Он сейчас на прямой связи со студией. Евгений, здравствуйте. Обстрелы сейчас продолжаются? Да, Ольга, добрый день. Обстрелы завершились. Пока буквально несколько часов назад в центре города упал последний снаряд. Стреляли не только из минометов, использовали тяжелые гаубицы, 152-миллиметровые акации. Один из снарядов угодил непосредственно в здание больницы. Причем именно в приемный покой сейчас это отделение разрушено. Также несколько снарядов взорвалось на территории детской больницы. Пострадавших и погибших в результате этого обстрела нет. Он произошел рано утром, в половину пятого утра. Были слышны первые взрывы, три залпа было сделано практически сразу, потом небольшой перерыв, еще четыре залпа. Неизвестно, куда стреляли украинские силовики, пытались ли они попасть по сам народной самообороны или просто промахивались, пока неясно. Да, спасибо, Евгений Поддубный был... Евгений, еще вопрос. Известно ли что-то о погибших и пострадавших на этот час? В частности, о мирных жителях. Но пока информации о том, что кто-то погиб или пострадал, не поступало. В больнице точно никто не получил ранения в результате этого обстрела. Артиллерия украинских военнослужащих обстреливала и позиции бойцов народной самообороны на окраинах Славянска, в частности, в населенном пункте Семеновка. Но здесь к этому уже как-то странно не звучит, давно привыкли. Там также сегодня без потерь, по крайней мере, по нашим данным.